Мы продолжаем ожидать тех ребятушек, которые устроили здесь пальбу. Полицейский участок, кстати, декорации у полицейского участка изменились, как мы видим. У нас, опа, опять пистолет стреляет. В общем, стреляли два калибра. Один был потяжелее, если не ошибаюсь. Один чуть послабее. В плане то, что один был пистолет, а другой был похож на что-то... О, вижу. Вижу тело. Понятно. Есть ранение. Это напоминает нам старый добрый Дэнди, где надо было стрелять по окнам из бара на Диком Западе. Черногорск меня, собственно говоря, заразил стрельбой по кепкам. Че, пойдемте, сходим. Посмотрим, что у нас на этой стороне. Черногорск меня наказал. Просто наказал. Сука. Твою ж мать. Это мне наказание за то, что я стрелял по безоружному кепке. Игра меня, собственно, говорит: чувак, ты что, охерел? Ты же вроде как не стреляешь по бедным.